Чего бы вы могли пожелать Владимиру Владимировичу в новом году? Вы сами знаете, чего. Не знаю. Ну, в принципе, догадываюсь. Ну, спасибо. Да. Пожалуйста. Хотели бы вы что-то пожелать? Нет, не хотели бы. Нет, спасибо. Совсем не хотели бы ничего желать. А почему? Не близок он нам по духу, как человек. Просто бытует мнение, что огромное количество россиян, даже большая часть, поддерживают президента во всех его политических действиях. Оно бытует. Вот и все, что мы можем сказать. Чего бы вы пожелали Владимиру Владимировичу в наступающем году? Не буду. Извините. Спасибо. Можете его попросить. Это ваш супруг? Да. Чего бы вы могли ему пожелать? Как пенсионеру, мне, чтобы пенсию сделал нормальную, достойную. Это требование, а пожеланий у вас нет? Ему нет. Я вас понял, спасибо. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Что-то все шаблоны рвутся в клочья. Записываю поздравления президенту с наступающим Новым годом. Хотели бы что-то пожелать Владимиру Владимировичу? Да, пусть живет, как и мы живем. Хотели бы чего-то пожелать? Где? Сменить президента. Спасибо, я вас понял. С наступающим Новым годом вас, ребята.